Немцы всегда любили Крым, писали и исследовали его в охотку и жадно, так как всегда, вероятно, считали его своим. Отсюда и мифические готы и прочие белиберда в их сочинениях и чистках. И порой у нас, напечатанном и изданном о том или ином в периоде истории Крыма ничего нет, кроме немцев. И их теоретики, мы им в виду, например, Тура Хердала, мы недвусмысленно называем его немцем, хоть он и норвежец, но наш разбор этого явления еще будет. Выводил корни своего народа неких там викингов из Приазовья. Другие же немцы хорошо отличились еще в XVIII веке. Это барон Тотта, записки которого изданы в 1784 году. Ну, кажется, это даже повторно. Авантюрист, фантазер и плут, которого позднейшие историки, мол, в том уличили, сами при этом будучи фантазерами и брехунами. Это и некий профессор Тунман, раздел которого Креми в книге «Землеописание Бюшинга», изданная в Лейпциге в 1774, а второе издание в 1787 Гамбурге, даже не подписан. Отмечают и некую пророссийскость его позиции и определений. Отмечают так, друзья, потому что не знают реальной истории, а следуют в той версии, англосаксонской лабуды, которая ныне гнездится во всем, что касается не только истории, но и человека. И притом во всех областях знания и во всех смыслах. Впрочем, мы понимаем, когда именно Тунман писал свою книгу Слышав фразу о несогласиях происходящих теперь, это 1777 как бы год официальной истории между Османским двором и ханом Шахингереем, российским протеже. И автор уже наверняка знал о так называемый Кучукай на джирском мире 1774 или первый, не помню уже, составляя свои опусы о древней истории, в том числе Крима. Немцы использовали теории и фантазии средневековых ранних писателей, ну, скажем там, Геродота, Срабона, Птолемея, Скимнахио, Ариана, и даже вплетали и вырывали фразы из очень старого, но опять же средневекового раннего писателя Гомера. Далее находим упоминания и разные аргументы они черпают немцы у тех же средневековых, но более поздних писателей, Демосфена, Диодора Сицилийского, Плутарха, Стефана Византийского, Тита Ливия. Тит Ливий, скорее всего, жил в 15 веке, но это, в общем-то, информация очевидная в определенных кругах, а если для вас это новость, пока оставим разбор ее и доказательства. Однако нам не требуются никакие доказательства в том, что уже доказано. Слушайте дальше лучше. Но что интересно, не все ему, как будто этому Тунману, да и многим немцам, много ли было известно о прошлом? Одна брехня, и выдумки, и фантазии и их связанные с иудохристианской христианской новой религией. Так вот у него нет упоминания о Больвии. Да почему? Ведь это странно и удивительно да потому что концепция фантазий о древней истории крыма еще только формировалась и не все еще было согласовано всеми в том числе и не все этот немец успел записать вписать и закрепить свою концепцию а именно так называемого ханства как мы помним земли где находилась древняя Ольвия, тоже принадлежали к западным территориям ханства. Там жили нагаи, подчиненные данники и, в общем-то, соратники крымских татар по борьбе с христианскими мирами севера, с запада. Ну и если даже принять во внимание часть Тартарии, то и Востока предательство уже распространилось на это ханство, как и на Османию. Кого же мы еще знаем, писавших о Крыме? В Западной Европе Винсент Б.В. среди поляков Стрейковского. Гнезненского анонима и Яна Красинского из так называемых византийцев Прокопия и императора Константина Парфинородного, ну и арабы Абульфеда, Имбатута, Эдризи и, конечно, путешественники Рубрук, Барбара, Броневский и Бузбек. Опять же, источников значительно больше и было множество раньше, но... Сгинели или сознательно были уничтожены. Не все позволено нам знать и не все доступно. Рабу знания не нужны. Раб должен работать на своего хозяина и вершить, и верить ему на слово, даже верить в его открытую и явную ложь. Что же еще может, однако, нам быть доступно? о вот так называемых генуэзских колониях в Крыму, и у генуэзского хрониста Джустиниане есть кое-какие описания и фантастические бредни, а уж фантазии польских идеологических хронистов просто масса. Мол, они же соседи, они же кое-что знают о своих соседей. Сидях. Это и Стрейковский, это и Гвагнин, и Кромер, и Матвей Миховский, есть и западные хронисты и путешественники, а также церковные акты католические и так называемые греческие, то есть упоминания многочисленные об учреждении епархий, архиепископств и метрополий Мне не важно, что греческая церковь появилась, скорее всего, не ранее второй половины XVIII века. Конечно, есть источники, приписываемые к XVIII веку. Это и Дмитрий Кантемир, и Николя Клейман, и Пейсонель, а также Га, Де Тино, Де Бос, Формалеони. Манштейн, Деля Монтрей и ряд других. То есть эрудиция современных лжецов может быть солидно подтверждена из источников, как кажется им. Вся эта картина, однако, пес, пестра и затуманивает образ реальности, вероятно, делая вид, что она нащупывает и показывает нам, несмотря на проблемы и пробелы, образ прошлого Северного Причерноморья. Кто научил этих наших немцев, сочинителей и фантазеров, при этом явных исказителей, плагиаторов и сказочников? Все они, как бы внезапно появившись в XVIII веке, а мы знаем почему, об этом говорим в ряде наших статей на канале Митридат, версии истории Крыма и мира, и на канале Левоскиф, в неисторических очерках Кирчи о Керчи и Софьи Августа и Фредерике Великой. И, начали, и начали придавать, вы выполняя определенно конкретное задание по искажению реальности, и старались, как, например, Тунман, придать своим трудам, как о Крыме, так и вообще истории России, да и мира, характер сугубо ученого, беспристрастного, так называемого объективного и аполитичного исследования и описания. Однако эта их тенденция не должна нас обмануть, друзья. Ведь нельзя скрыть тех идеологических позиций, на которых стоят все эти авторы. Германофильская мать ее теория с выдуманными Рюриками, Киевами и прочей усколобой дрянью. Быдло все схавает. Как и хавает по сей день. Конечно, они пытаются завуалировать эту ложь, придав ей некую правдоподобность, но в духе их эпохи и в том виде, что был ей характерен. А современные апологеты принимают это за подтвержденную э, черту их древности и правдивости. Ну, это же столь древний стиль, и, соответственно, он интересен и правдив этим. Вы заметили, друзья, как избирателен либерализм нашего времени? Он видит добро во всем, что соответствует его интересам и отвечает только добром на выгодные ему одному действия. По-нашему он хуже всякого бывшего и настоящего фашизма и тирании. Так было и в прошлом. Все эти функции его проявились вбросами англосаксонцев после внедрения в их среду же иудохристианских элементов. Мы мы их последних не разделяем, два в одном, или лик его ужасен. Немцы подхватили и развили все эти идеи, выдавая свои взгляды за либерализм. Они упрямо не видели величайшего насилия и издевательства над простым людом империи во всех его областях ее областях внешне проповедуя либерально-просветительскую мистификацию, сделав Софью Августу Фредерику Екатерину Вторую лицом просвещенной Европы, которая напустила розового тумана на все и вся, куда только дошла ее пропаганда. И главное, факты следовало исказить, правду укрыть и все переписать на новый лад, фальшивый и перевернутый с ног на голову. Читайте, потомки, просвещайтесь, просвещайтесь и веруйте, ибо новая история – это не хроника событий и реальности, а хроника лжи, развернутой и сочиненной лжи, созданной для переформатирования настоящих и будущих рабов невольников, то есть людей без воли и действующих по принуждению и использованию собственного разума. Практически это во всех странах, особенно в Восточной Европе и Прибалтике. Ложь. Обычное явление в историографии брешут все и всегда, или точнее, переворачивают факты, переформатируют их, так сказать, которые сохранились так, как, а им выгодно, а не так, как это было на самом деле записано. Если это трудно проделать, то вообще изгоняют их из нашего. Обихода, так и Софья Августа Фредерика, оправдывают все клятые немцы и переформатированные аборигены. Вся Европа, а по существу вся священно-римская империя германской нации листила. Софья Августы Фредерики превозносила ее и побаивалась. Обычно даже все новые земли она не покоряла, а присоединяла, так пишут, благодетельствовала их населявшим туземцам. И не важно, что часто население там не оказывалось, или было незначительное количество, а все это услужливые немцы объясняли такой вот демографией, а коль пустуют земли, то Софья Августа Фри переселяла туда старые и новые народы. Неожиданно кочевья Запада переходили на юг или восток, и наоборот, и затем объявлялось, что они, мол, исконно тут жили, и благо. Действовали и особенно благоденствовали в Софьи Августы Фредерики. Софья Августа, Фредерика лишь их оберегала. Гает и укрепляет их права на эти земли. Добровольность, принцип ее политики. А уж услужливые немцы, историки, весьма аргументированно это опишут и подтвердят, так же как примерно в годы советской власти сделают новые апологеты режима, новой господствующей нации, мол, стоящей на обеспечении нового гегемона класса рабочих и крестьян. Пью на вас, как говорили наши предки. С глаз дало и сердце вон, но оказывается, что уже не все так просто и очевидно. Немцы, приняв и навязав в Европе свое видение истории, где, мол, внезапно вырывающиеся на горизонты истории немецкие племена и роды строят эту Европу, вобрав все лучшее и не только из первых светочей цивилизации Элады и Рима, мифологизированных, героизированных и вообще перенасыщенных всякой былью небылью в общем благообразной чертовщиной затем они привязывают всю эту быль конкретным регионам, дробя реальную историю на несуществующие никогда исторические периоды народы и государства. То же касается истории так называемого Крыма. Немец Тунман, один из таких представителей немецкой, фальсифицирующей все и вся историографии, такого его Крым, сначала греческий, затем римский, ну там ромейский позже, ну и, конечно, готский, даже с епархией или метрополией от этого Бога несущего мать его народа. Порой современных исследователей удивляет кажущееся великие познания этих образованных немцев. Они, например, пишут о поселениях или городах, которые в их время уже не существовали и были погребены под землей и и которые из них выкапывают, порой уже в наше только время, и даже не предполагая, что выкапывают, и не зная совершенно их названий этих местностей или поселений. Какие знания, какова их глубина, восклицаете вы. Успокойтесь, друзья, это всего лишь программа действия, теория, принятая на вооружение и предлагаемая к действию, но уже написанным и прочерченным, лекал, уже написанным и прочерченным лекалам. Авторитеты, Страбоны, Геродоты, Плинии и прочие ребята-ребятушки отнесены к седой древности из нашего средневековья а порой и трудов их э, поближе взятых авторов к нашему времени, уже, можно сказать, почти написанным в нашем времени. И потому этим немцам легко э, все о всем говорить и соотносить все со своими построениями. Тут, мол, Херсонес. Таврически. А Мангуб, Чуфут Калей, Скин Кермен, Инкерман им присочиню новую историю. Ну и, конечно, главный неврологический пункт Боспор Кемерийский. Да, да, пусть будет Кемерийский. Прекрасно созданная теория, почти живая и теперь уже так оживляемая, как достоверная. Итак, вы, надеемся, поняли, наши друзья и не друзья тоже, как говорит известный блогер, нам лично очень симпатичный, что новый немецкий историзм является неотъемлемой существенной частью космогонии и географии XVIII века и исходит от того культивируемого, сжива и обожаемого знания, мол, от самой, при самой античности, которую они тянут за уши через все небыто столетия от так называемого Ренессанса к XVIII веку просвещения. Англосаксы это породили, а немцы развили. Немцы как этническая общность, они и как новая элита – продажная, появившаяся на месте тартарской, переформатированная, либо уничтоженная, это была элита, либо даже изгнанная. В общем, так рождается основа всякой тогдашней образованности и эрудиции. Не зная, что ты, как у немцев, он визина недоросль, и не наш. Вот почему немцы превратили Крым в некий античный отросток, если врать в главном, то и все детали не должны противоречить этому. Всякие там Тунманы, а позже и русские гисторики, предавшие свой народ, придали огромное значение так называемой античной истории Крыма, получив как истинные сыны зарождавшегося в XVIII веке англосаксонского видения мира и окончательно воцарившего во второй половине XIX века, уже, наверное, после всех катаклизмов, то есть после потопного и междупотопного мира, имея уже повсеместно распространенную основательную подготовку в этой области, как и в привязках этого выдуманного мира и отнесенного в глубокую древность к последующему не менее мифическому, и выдуманному средневековью, которого вообще-то, вероятно, совсем и не было. Конечно, немцы очень активничали на фронте фальсификации, понятное дело, не бескорыстно, вылезти из самого дна, из отброса общества и заявить, что мы великие, что мы вообще создали всю цивилизацию и прочие благоглупости. Это любимое хобби всех бывших рабов и недоумков. Так происходит и в Восточной Европе ныне, и на Дальнем Востоке. Возьмите Китай, Чину, то бишь она и шелк изобрела, и бумагу, и порох. Благо, что находятся такие непорядочные, в кавычках, исследователи и ученые, давно это уже было, конечно, которые всю эту благоглупость поддерживают исходя из каких-то, э, можно сказать, целей не очень чистоплотных. Хотя давно доказано происхождение, вот именно и, и изобретение э, бумаги, шелка и пороха не в Чине, а, из, а в Катае. Они и плавали по всем океанам. Инкогнито, возможно, вставив глазам маленькие палочки, чтобы не узнали. Вот и немцы в свое время старались вовсю. Ну да бог с ними. Умман указывает количество населения в Крыму в его время аж около 400 тысяч. Правдива ли эта цифра? Не знаем точно, но в какой-то период она объясняет состояние дел в Крыму. Конечно, если учитывать так называемое первое переселение тартар в Османию, вероятно, Тунман имел определенные источники, ибо единственный, что указывает на такое количество жителей Крыма в свое время, это именно он. А вот так другой исследователь Крыма и другой немец Петр Кеппен отозвался об исследованиях Турм, Туммана. В крымском сборнике 1737 года, выдумать или написать наугад не могло быть делом основательного Туммана, статья которого о Крыме, невзирая на погрешности, неизбежные для ученого, жившего в такой дали от описываемой им страны, есть до ныне одно из лучших сочинений о Тавриде. Еще бы, свой своего увидит издалека и, как говорится, жаба хвалит кушку за то, что она хвалит жабу, ну или как-то так. Европа и си, однако.